Друзья, всем привет! Мы на канале «Счастливые дети». Сегодня мы вот эти будем божьих коров. Да, мы купили вот таких вот божьих коровок, заказали через AliExpress, есть такой сайт. И на этом сайте мы заказали вот таких вот божьих коровок. Одну зеленую, а другую желтую. Эти божьи коровки, что это у нас божьи коровки, расскажите. А это? Туда можно щетки вставлять. Да. Это вот такие вот кармашки для щеток. Что есть в комплекте? В комплекте есть вот такие. Присосочки. Вот такие вот присосочки. Их 4 штучки, они вот сюда вставляются. Я хочу. Вставляйте присосочки. О. Не ставится. И у меня не ставится. Ну, Диана, тебе помочь? Да. Такие вот присосочки, их сюда нужно одеть. Такие присоски хитрые, не ходят. Так, одна готова, еще. Тут чуть-чуть есть. Нет, там такая была. Такая была? Ага. А, это типа... По хвостику. Угу. Покажу... Еще есть присосочки? Я им покажу тебе то, что... А почему так, а? Ну, вот так вот сделано. Это специальное отверстие. Отсюда должна стекать водичка. Сейчас, Диана, я тебе достану. А, вон там все присосочки у нас. Вот сюда у нас вставляются зубные щетки. Вот этими вот присосками клеится божья коровка у нас к кафелю. Да, вот это вот отверстие, чтобы стекала водичка. Щеточки же мокрые, когда мы зубки почистим, да? Да. Да, вот такая божья коровка и вот такая. Данюш, у тебя готова? Нет, еще. Еще. Ну, давайте собираем божьих коровок и пойдем вешать. Да. Ну вот, друзья, наши божьи коровки готовы. Какие? Теперь их нужно повесить. Какие? Для этого мы берем наших божьих коровок и присосочками присоединяем вот примерно на таком уровне, да, можно? Да, цепляй. Данюша готова. Готова? Она не прилипает. А может быть, ее нужно немножко намочить? Присосочки намочим немножко водичкой. Я сама. Угу. Я хорошо намочу. Угу. Все, давайте попробуем повесить. Еще... Вот здесь вешаем и здесь другую. Дианочки. Вешаем, Дианочка. Ну вот мы приклеили наших божьих коровок. Так вот красиво они у нас висят над раковиной. Ставим сюда свои зубные щетки. Данюша вставил. Диана вставила. Так вот красиво у нас висят наши щеточки. Теперь Диане и Данюше, да? Есть место, куда поставить свои красивые щеточки, да? Теперь чистить зубы будет вдвойне приятнее, да? Вот посмотрите, если вам понравилась наша идея для щеточек, наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!